друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Ані Тарашевська. Звідки приходить радість і як утримати її в своєму серці? Дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. Самое главное все-таки душевная красота. Ну, и несомненно, если к душевной красоте добавится еще и внешность, то это, наверное, суперприз. Я не могу сказать, что мы выбирали друг друга по национальному признаку. Наверное, мы подошли больше по духовному признаку друг другу. Вот вид летающего самолета, вино и красивая женщина. Ну, три вещи, которые приводят мне в восторг. Любой вид творчества это радость, прежде всего. Вот именно ощущение радости должно быть во всем. Утро – радость, это день – радость, это вечер – радость, это творить – радость, это жить в радости. Сьогодні, друзі, ми з вами в гостях у художника Андрія Анкосі. Серед багаточисленних національностей існують навіть такі, про які мало хто здогадується. І наш сьогоднішній герой належить саме до такої національності. А до якої? Дізнаємось саме зараз. Друзья мои, сегодня мы познакомим вас с удивительной семьей. Это очень творческие люди, красивые люди. И еще эти люди очень древней и редкой национальности. Это езиды. Если вы не знаете, кто такие езиды, у вас сейчас есть совершенно уникальная возможность с ними познакомиться. И я с удовольствием представляю вам вот эту замечательную, друзья мои, семью. Вот она перед вами. А вот глава этой семьи Андрей Борисович Анкоси. Все в одном. Мастер. Умный человек, он пишет картины, он делает вино, он пишет стихи, он пишет музыку. Андрей Борисович, Лия, Давид, Виктория, здравствуйте, спасибо большое, что вы нас пригласили. Но, конечно, друзья мои, я думаю, что в первую очередь слово главе семьи. Андрей Борисович, рассказывайте. На каком-то жизненном этапе я увлекался музыкой, на каком-то этапе увлекался виноделием, художеством. Но осталось неизменное. Неизменное – это любовь, любовь к всему новому. Вот все, что новое, все, что интересно, все оно меня и вот интересует. Любовь к вину, к виноделию, она прошла через всю мою жизнь. То есть буквально с 16 лет и вот до сегодняшнего дня любовь к вину, ну, помимо человеческих каких-то других влечение это вот оно осталось и продолжаю совершенствовать. Я думаю, что люди, попробовавшие наше вино, остаются довольны этим. Ну вот любовь к вину, а хорошее вино, как известно, это целое искусство. Я думаю, что в этом и заложен один из ваших таких основных моментов и основная черта стремления к красоте, потому что вот, друзья мои, перед вами сидит супруга Андрея Борисовича Лея. Посмотрите, какая красивая женщина. Вот сын Андрея Борисовича и его невестка, это, я думаю, что вы согласитесь, что это очень красивые люди, Андрей Борисович. То есть не только потому, что езиды, но еще и потому, что красивые, вы поэтому на Лии женились. А сейчас мы узнаем секрет, Лия, да? Да, наверное, придется ответить, но я бы, наверное, сказал и буду абсолютно, наверное, не единственным своего рода вот человек, который скажет такую банальную истину, что все-таки душевная красота – это превыше всего, это прежде всего. Конечно, внешняя оболочка, несомненно, эстетика, она имеет какую-то вот приятную сторону. Но жизнь – это же жизнь, а в жизни нет необходимости, вернее, не то, что необходимость, не хотелось бы в своей жизни допускать какой-то фальши, какого-то обмана. Вот душевная красота – это прежде всего, это именно то, это предел мечтаний. То есть самое главное все-таки душевная красота. Ну и несомненно, если к душевной красоте добавится еще и внешность, то это, наверное, суперприз. В данном случае это было именно так. Вы выиграли суперприз. И вот я бы хотела сейчас еще дать слово, прежде чем мы дадим слово красавице Лии, суперприз нашего главного героя. Друзья мои, хотелось бы все-таки еще спросить, Давид, у вас ваш отец ничего не боится.
он езид. Возможно, вы тоже езид, и возможно, что это национальная черта езидов – ничего не бояться. Но каждый человек чего-то боится. Андрей Борисович не боится ничего. А вы? Я стараюсь, ну не знаю, как это у меня получается, хорошо либо плохо, не мне судить. Но скажу честно и откровенно, то, что мне надо учиться и стремиться к своему отцу. То есть он для меня человек, к которому я стремлюсь, идол, можно так сказать. Ответ настоящего езида, да, Андрей Борисович? Ну, может быть, это вежливость, может быть, это правда, но оставим это на рассмотрение у каждого зрителя. Кому как нравится. А вот, друзья мои, знаете, в этой семье есть еще один член, невестка Андрея Борисовича Ильи, Виктория. Но так сложилось, что Виктория не езидка. Виктория, вот сейчас по секрету, скажите, как вы себя чувствуете в семье езидов? Я чувствую себя очень замечательно. Это очень интеллигентные люди, очень воспитанная семья. И я думаю, что это не от национальности зависит, а вот именно от людей, от воспитания. И тем не менее, друзья мои, девушки, если вам встретится езид, не упускайте его, хорошо? Лия, Андрей Борисович, будьте добры, пока молодые ушли, потому что есть у них определенные дела, но хотелось бы все-таки, Лия, теперь побеседовать и с вами, чтобы и вы слово молвили. Вы обладаете, как сказал Андрей Борисович, и внутренней красотой, и внешней красотой. Но скажите, пожалуйста, это свойственно езидам? Вот я, если честно, в первый раз в жизни беседую с езидами. Я никогда прежде так не доводилось мне общаться с людьми этой национальности. Но я вижу, что это очень красивые люди, добрые люди, умные люди. И как вам живется езидам среди остальных? Ну, добрые, умные, по-моему, это есть в каждой нации. Это не характерная черта. Но, наверное, мы искали друг друга и создали свою семью именно по этим критериям. Мы уже 30 лет, 31 год в браке. Поэтому у нас есть семейные ценности. В основу, конечно, много легли и традиционных ценностей. Я не могу сказать, что мы выбирали друг друга по национальному признаку. Наверное, мы подошли больше по духовному признаку друг к другу. Но в основу легла все-таки наша езидская религия. Наши родители этого хотели. То есть ваши родители хотели, чтобы вы стали мужем и женой, да? Нет, наши родители хотели, чтобы мы, чтобы наша нация жила долго, и мы выходили и женились только за своих, за свою национальность. Вот смотрите, Андрей Борисович, если вот вы встретили Лию, то если вернуться на 30 лет назад, вы встретили Лию, вот такую же, как она сейчас есть, но не езидку, женились бы на ней? Вы знаете, этот вопрос немножко, наверное, я бы назвал его провокационным. Ну, конечно, она сейчас... Наверное, произошло то, что должно было произойти. Я как-то говорил, что я отношусь к жизни как к неизбежности, я фаталист, поэтому то, что произошло, то и произошло. Ну, если вы имеете в виду, сыграло бы ли это главную роль в выборе спутника жизни, я бы сказал нет, но предопределяюще. То есть в основе жизнедеятельности или сохранения культуры любой малой национальности или малого религии исповедания, это все-таки заключение браков между собой для того, чтобы сохранить вот национальную самобытность, вот это историческое наследие, культуру. Ну, не секрет, что все национальности, конечно, желали бы иметь в качестве своего супруга представителя своей национальности, не с какой-либо целью определенной, а просто проще жить. Почему? Потому что религиозные праздники справляются в одно время. Если сравнить, опять-таки, сделать параллели и сравнить в качестве примера брак между мусульманином и христианином, то мы увидим, что очень много будет разных все-таки моментов для
празднования. То есть у мусульман в определенное время, там Курбан-Байрам, у христиан в другое время, если говорить о других религиозных представителях, то все в разное время. Но это не является предопределяющим. Желательно. Желательно, ну а в случае езидов у нас это, исходя из того, что находясь в среде крайне враждебно настроенных, я бы сказал, ортодоксальных мусульман, не всех, конечно, Боже упаси, а те, которые были направлены на то, чтобы истреблять огнем и мечом, лишь бы внедрить свою религию, то вот наша национальность и наша религия 72 раза подвергалась геноциду, уничтожению. Поэтому у нас оно сложилось так, что езиды крайне компактно обитали. Вот после геноцида последнего, это вот одновременно с армянским геноцидом проходил, кстати, во время армянского, так называемого армянского геноцида, было уничтожено очень много других национальностей, не армян. Это и греки, это и ассирийцы, это и езиды, потому что истребляли не по национальному признаку, а по религиозному. То есть всех не мусульман тогда вот пытались обратить огнем и мечом в ислам. И вот тогда вот наши предки говорят, что езиды подвергались 72 раза геноциду. Вот на сегодняшний день исламское государство ИГИЛ, оно опять-таки подвергает уничтожению езидов. Если обратить внимание на заголовки очень многих иностранных газет и ресурсов, интернет-ресурсов, езидов угоняют на сегодняшний день, вдумайтесь и вслушайтесь, угоняют в рабство женщин, уничтожают лишь по религиозному признаку. У нас, кстати, была статья, выходила в «Южной правде», я как-то писал, очень большую поддержку оказывали нам Совет национальности, в частности, представители еврейской диаспоры, в частности, Михаил Давидович Гольденберг. Вот мы писали открытое письмо о том возмутительном преступление, которое совершает вот так называемое исламское государство Леванта в отношении езидов уже вот на сегодняшний день. То есть мы сегодня видим в 73-й раз вот геноцид езидского народа. К сожалению, трагедия езидского народа продолжается. И поэтому, может быть, вот то мужество, которое изначально заложено в вас, оно вот не позволяет вам находиться в стороне, потому что вы живете здесь, а ваши братья езиды гибнут там, но равнодушно смотреть на это не можете ни вы, ни Лия, ни вообще езиды, которые даже живут здесь. Знаете, вот исторически сложилось так, что у нас вот воспитывают борцов, борцов за справедливость, борцов за свободу. Находясь здесь, вот, ну, я рожден в Советском Союзе, с 92 года я живу в Николаеве, еще во время Советского Союза, то есть и получив украинское гражданство, вернее, я его получил автоматически, так как жил здесь, я чувствую себя полноправным членом этого общества и веду довольно-таки активную жизнь. Вот я и возглавляю Центр национальных меньшинств, являюсь депутатом Новоодесского городского совета. То есть я полноценный член нашего общества. Помимо активной общественной, политической работы, я и саморазвиваюсь, то есть постоянно ищу себя в чем-то, в виноделии, в живописи, иногда играю. То есть наше общество, в котором мы живем, оно дает возможность для развития, для открытия в себе разного рода потенциалов, для того, чтобы познать себя все больше и больше. Поэтому спасибо нашему обществу. Андрей Борисович, и картины, которые вот наши телезрители видят, это принадлежат вашей кисти. Ну, вы же не просто так начали писать картины, или вот просто так? Вот подошли к окну, подумали, не написать ли мне картину? Лия, так вот было, скажите, пожалуйста, вот как ваш муж начал писать картину? Это интересно из ваших уст услышать. Ну, он всю дорогу рассказывал, что у меня ощущение, что я, наверное, смогу писать картины. Никто ему даже, чтобы сказать, был пример от кого-либо учиться. Вот у него это откуда-то изнутри шло. И, наверное, года два назад он первый раз взял кисть в руки.
А, то есть вы сначала жили, там вино и так далее, музыка. Удивлением не только для вас, но и для жены. Она тоже иногда удивляется тому, что во мне происходит. Как? Он по жизни на самом деле ничего не боится и занимается всем подряд. Во-первых, семья у нас большая, обязывала его. Всегда он был кормильцем, скажем там, я всегда как бы... Вы тыл. Да. И... Он все время был в поисках, и, наверное, вот это не заканчивается у него. Он мне говорит, я даже не знаю, что дальше. Ты, говорит, вообще когда-нибудь задумывался о том, что я когда-нибудь начну писать картины? Я говорю, ну вот это правда не задумывалась. Андрей Борисович, вот первая ваша картина. Ну, тут интересно, как вдруг родился в вас художник? Понятно, что он был рожден в вас вместе с вами одновременно, рос, наконец он вырос. И вот вы подошли и сказали, все, пишем картину. Правильно? Или нет? Вы знаете, вот ничто, наверное, в жизни не возникает про мановение, вот палочка, так раз и все. Оно где-то внутри всегда вот созревает определенные события. Смотрите, ну, виноделие, да, вот 16 лет я сделал в первый раз, бабушка мне объяснила, как это делать, мы вместе с ней сделали процесс, и дальше идет процесс совершенствования, то есть каждым разом ты приобретаешь опыт. Но что-то всегда служит толчком, то есть вот произошло, у меня было желание сделать вино, бабушка, давай сделаем, да, сделаем, все, она вот показала, как делается, я начал делать вино. Как у меня получается с виноделием, не знаю, наверное, получается, почему, потому что в этом году мы получили два приза. Два участия. Это в городе Запорожье. Первое место мы взяли «Золотая гроздь» Украины 2017. И в Одессе на фестивале сыра и вина мы тоже взяли первое место. Наше вино «Мерло». А, это по вину. Да, вот смотрите, еще по картинам. Тоже вот захотелось писать. Ну вот хочется. Вот ты ощущаешь красоту. Вот тебе хочется самовыразиться. То есть вот выплеснуть это на полотна. Как? Никогда не делал. У меня есть товарищ художник. Я пришел к нему, я говорю, ну покажи хоть как кисть в руки брать, как смешивать краски, чем их смешивает. Ну просто покажи. Ну показал, я попробовал у него. Пришел домой и все, начал рисовать. Я очень долго не мог, даже не хотел и боялся показывать свои работы художникам. Мне казалось, что художество – это какая-то избранная каста, которая учится чуть ли не с детства, и готовят к этому. И они особенные люди. Я все время к ним относился с уважением и с восхищением, и в то же самое время с каким-то… Вот у меня была какая-то дистанция. То есть это особая каста. Было у меня такое вот отношение к ним. Небожители такие, да? Да, именно так я и считал. А потом получилось так, совершенно случайно я нарисовал, потом я по ночам рисовал. У меня была бессонница, я вставал в 2 часа ночи до 5 утра, когда вставала супруга, она смотрела, ох ты, что-то получилось у тебя. По ночам, то есть я вот уходил в себя, это своего рода была какая-то терапия, я бы ее так назвал. Ну, для меня это было просто, ну, супер. Я получал удовольствие, уходил в мир совершенно другой, на время это меня радовало и продолжает радовать, что удивительно, оно не останавливается, оно все больше и больше. А как-то был набор картин для благотворительного аукциона. Проводит его «Легкая Лена». Вот. Ну, я набрал номер, я говорю, вы знаете, вот у меня есть картины, я, правда, аматор, я не профессионал, если это вам как-то поможет, то я с радостью отдам, ключевое слово «радость», то есть радостью отдам. Ну, если, говорит, вам не жалко, я приду. Она пришла, отобрала картину, вот, проводился аукцион первый в прошлом году в музее Верещагина, ее продали, то есть эти деньги ушли на благотворительные цели. И второй раз спустя год, ну, за этот год я так особо результатов не было, писал так для себя по чуть-чуть. Она пришла, опять позвонила, а вы не хотели бы, то есть вы не могли бы еще дать картину? Я говорю, ну, конечно, чего бы нет. Но на тот момент уже очень много было роздано картин, были какие-то там 3 картины дома, вот. Ну, она пришла, выбрала тоже, забрала их. И был организован пленэр. Вот как раз было очень много известных художников. Это и Меркулов Валентин Николаевич, это и Чайка, это и Савенко, Дмитрий Артын был, Андреевская Чумак. Ну, это были профессионалы-художники. Вот я оказался в первый раз вот в окружении настоящих художников. То есть ощутить
дух вот, людей, которые творят, вот это была у меня возможность, совершенно случайно я оказался в их окружении. Вот. Ну, побывав там, я как-то уже немножечко... Окрепли? Окреп, да, перышки, наверное, немножко оперился, я начал чувствовать себя, то есть они меня назвали художником, для меня это было очень... То есть они приняли вас в свое братство? Да, конечно, приняли. Я был крайне рад. С тех пор у меня вот встречи с Валентином Николаевичем Меркуловым чуть ли не каждый день продолжаются. Я обращаюсь к ним за советом. Ну, это какой-то у меня творческий наставник. Вот я очень много от него получаю. Ну, собственно, это мой первый, единственный опыт общения с художником, получения какой-либо информации. Для меня это очень важно. Вы знаете, когда человек попадает в незнакомую обстановку, ему все, вот, все интересно, он все ко всему относится с жаждой какой-то. Вот, вопросов у меня, наверное, миллион. И я получаю на них ответы. Спасибо ему большое за это. Вот. Что бы я еще хотел сказать в отношении художества? То, что оно все-таки, наверное, человека направляет, или, наверное, по-другому сказал бы, концентрирует его чувства в каком-то определенном вот ритме и дает возможность выплеснуть свои эмоции на полотно. Вот. Ну, если провести параллель, чтобы так вот этот, ну, виноделие тоже является искусством и тоже дает возможность человеку, наверное, дать возможность другим людям радоваться тем природным явлением, которые происходят при изготовлении вина. То есть сам процесс, вот эта вот посадка винограда, виноград набирает определенные качества под воздействием определенных вот событий, это и дождь, и ветер, и снег, и солнышко, и вот это он все в себя вбирает, и потом дает возможность виноделу вот этот весь потенциал, который заложен, превратить в чудесный напиток. У нас на Украине сейчас вот именно люди приобщаются к культуре винопития, я бы ее так назвал бы. И вот этот напиток дает возможность безгранично экспериментировать и получать всякого рода наслаждение от букета, от аромата, от цвета, ну, от всего. Я бы вот виноделие отнес бы все-таки к искусству. Не обычное вино, которое продается в магазинах, изготовленное промышленным способом, а именно вино, авторское вино, которое изготовлено человеком, которое делается, которое хранится при определенных условиях. Вот наше вино, например, оно делается в условиях подвала, температура от 10 до 17 градусов круглый год, и оно живет. То есть это тоже живой организм, который дарит радость всем людям. Друзья мои, вот я держу бокал удивительного вина. Вообще и запах, и цвет, и вот даже вот так вот он играет в бокале. Вот перед вами мастер Андрей Борисович Анкоси, который делает вино. А вино, знаете, Андрей Борисович, я не побоюсь этого сравнения, но говорят, что вино, хорошее вино – это как женщина. Это правда? Вы знаете, как-то участвуя на сырной дегустации, я имел смелость сказать, что меня волнует. Вот вино, полет самолета. Кстати, я по образованию же инженер-конструктор, самолетостроитель. Ну, кто бы сомневался, что человек, который ничего не боится, он не может быть другим. Да, вот вид летающего самолета, вино и красивая женщина. Вот три вещи, которые приводят меня в восторг. Поэтому они, конечно, такие вот сравнения не очень, наверное, корректные. Но почему не? Я сказал то, что происходит на самом деле. Вот вино является одним из трех моих слабостей. Даже сам винодел, делая вино, он не знает, что у него получится. Надо, не знает? Надо признаться в этом, конечно. Это все зависит от многих качеств. И даже от настроения винодела? Совершенно верно. Это зависит от всего. От количества солнечных дней. От настроения, с которым он подходит, от финансовой возможности, которой он владеет на тот момент. Все оно играет. Даже, вы знаете, вот у нас винный подвал, винодельня находится в Новоодессе. Вот даже иногда путешествие вина из Новоодессы в Николаев вносит свои коррективы. Вино может поменяться в цвете, может поменяться... Пока оно едет? Конечно. Чем оно отличается? Это же живой организм. Вот вы просто в него... Смотрите, понюхайте. Оно дышит, оно живет. Оно живет самостоятельно. Фантастика. Да.
А вы не верите в волшебство, вы говорите, что вы фаталист. Андрей Борисович, так вы сами творите волшебство? Нет, это Бог, наверное. Мы просто лишь пытаемся доставить себе радость. Это доставляет мне радость. Лия, а вам? Мне нравится то, чем занимается мой супруг. И мне нравится именно вот наше вино. Вот качество вы отхлебните и попробуйте сказать о эмоциях, которые вас будут переполнять. Ну что ж, телезрители, пробуем вино. За ваше здоровье. Телезрители, это здорово. Мне очень приятно, что вы оценили. Вот главное для винодела, вообще для любого творческого человека, это видеть в глазах удовольствие, удовлетворение тем от соприкосновения с этим. То есть, если это вино, то радость от общения с вином. Не напиться, а получить общение. Общение с вином. Это на самом деле просто общение. Творчество, любой вид творчества – это радость. Прежде всего, я говорил о изобразительном искусстве, да, от живописи. Вот человек, с которым я общаюсь, художник Валентин Меркулов, он говорит лишь одно – пиши с радостью. Вот именно ощущение радости должно быть во всем. Все, что касается человека. Это утро – радость. Это день радость, это вечер радость, это творить радость, это жить в радости. Радость самое главное. Радість – найдорожчий дар. І саме радості бажають вам наші сьогоднішні герої. Я, Ніна Дорошевська, прощаюсь з вами. На все добре.